Всем привет, с вами канал «Все для города». А здесь у нас прибор для определения артериального давления. Он работает как от сетевого адаптера, так же от батареек. Здесь у нас есть батарейки, 4 батарейки таких вот, 2 АА. Вот, сейчас попробуем измерить. Это он говорящий у нас, как раз подходит тем, кто плохо видит. Вот. Он полностью автоматический, говорящий. Стоит он недорого, где-то, по-моему, около 4000. Вот, нажимаем здесь. Вот здесь вот будет работать от непосредственно. Пожалуйста, приступайте к измерению. Вот, видите, он сказал, пожалуйста. Экран более большой, довольно видно хорошо. Ваше артериальное давление 186/113 и пульс 80. По шкале ВОЗ ваше давление классифицируется как гипертония 3-й степени. Проконсультируйтесь у врача. Вот, видите, он сказал голосом, и экран довольно большой, все видно. Это у нас модель УА-1300. Компания AMD. Нажимаем, она запоминает все. Также здесь есть громкая связь, также здесь есть, по-моему, можно даже с телефоном сопрягать все это дело. Вот, очень удобный. Также она говорит, если вы разговариваете, она тоже говорит, прекратите разговор. Потом, если не получается по мере давления, повторите попытку второй раз. То есть здесь вот в этом аппарате автоматическом полностью такие функции есть. То есть если вы разговариваете, она определяет, что вы разговариваете, и вам она говорит, перестаньте разговаривать. Вот. Или опять сделайте обратно, потому что вы неправильно это. Или неправильно одели манжету, она тоже вам подскажет голосом. То есть она скажет, неправильно одели манжету. Вот. Манжету надо обязательно одеть правильно. Вот, очень удобная штука. Я маме как раз покупал, а вспомнил, сколько она стоит. Он стоит 3600 рублей. В принципе, не такие большие деньги. Такой аппарат можно брать в автомобиль, брать с собой в поход на всякий случай. Мало ли, у кого высокое давление, тоже с этим шутить нельзя. Сейчас вот у меня немножко завышено давление, сейчас пойду ее снижать. Снижать можно как пить простую воду большим количеством. Значит, это в день надо выпивать хотя бы 2 литра воды, а я утром даже, по-моему, даже ничего не пил по этому давлению. Также можно пить какао. Какао тоже хорошо снижает артериальное давление, его надо выпить 2 кружки. Он сразу снизит артериальное давление. Ну, я думаю, вот эти таблетки, которые химии в аптеке продают тоже для снижения давления, можно, конечно, ими воспользоваться. Вот, а также можно пить любые. А, да, сок калина тоже снижает артериальное давление. Также и сок облепихи. И разводится с водой и пьется. Вот, и она тоже снижает артериальное давление. Вот, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Купите такой агрегат, не пожалеете. Денег своих стоит. 3600, не такие большие деньги. В принципе, вы можете купить такой агрегатик для себя, для дома, для какой-то бабушки, мамы, дедушки. Вот, ну, даже для себя. Экран большой, голосом. Даже не надо смотреть, вам голос скажет голосом все это дело. Очень хорошая штука. Я купил уже как года 3 тому назад. Даже не пожалел об этом, что именно купил. Вот, в аптеку приехал, она была там одна. Видимо, ее никто не берет. Они в аптеку дают по одному такому агрегату. Вот, да. Пришлось ехать далеко, где-то километров за 20 от дома. Вот, в аптеку, вот, конечно, на машине, на такси пришлось ехать. И вот как раз там
я в аптеке и купил. Вот удобная штука, такой прибор для измерения артериального давления у человека. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. Ну, даже если нажму сейчас. Пожалуйста, приступайте. Приступайте. Вот, видите, на одну кнопку. Значит, он работает как от батареек, так от сетевого адаптера. Если вы работаете от сетевого адаптера, обязательно вытаскивайте там две батареечки. Вот. А то если вы будете вставлять и батарейки, а сетевой адаптер забудете, то будет перезаряд этих батареек, и они могут или взорваться там, или они просто вам испортят этот такой прибор. Вот. Для батареек, конечно, батарейки можно использовать как в походе, как в автомобиле, что там нет уже переменного напряжения. Вот батарейки. Ну и батарейки хорошие покупайте. А от сети, когда будете от сети пользоваться, просто две батарейки вытаскивайте и пользуйтесь от сети. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Спасибо за просмотр. Еще раз. Всем пока-пока.